Семеро дагестанцев заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому языку. Мероприятие проходило в Казани. Участие в ней приняли 60 лучших студентов исламских учебных заведений из разных регионов страны. Подробности узнал Хамза Нурмагомедов. Шамилю Ахмедханову 21 год. Родом из Ботлехского района. Учится в Дагестанском исламском университете на последнем, 6-м курсе. На олимпиаду поехал проверить свои знания арабского языка. Тяга к его изучению у него появилась еще в детстве. Я начал изучать арабский язык. Начал с морфологии. И это вызвало интерес у меня к арабскому языку и к исламским наукам. И после школы я выбрал именно Дагестанский исламский университет. К соревнованию Шамиль готовился 3 недели. Самым тяжелым, признается, было написать сочинение. На выбор давали 2 темы – история становления родного вуза и пути изучения арабского языка. Жюри поставили дагестанцу самую высокую оценку. Во-первых, это, конечно, милость Всевышнего Аллаха. Это результат работы наших преподавателей. Олимпиада проводилась по 3 номинациям – основы ислама, исламское право и арабский язык. И во всех из них победителем или призером становился представитель Дагестана. Нам удалось показать то, ради чего вложили усилия наши муаллимы. И за это безграничная хвала Аллаху Субханаху Тааля. На родине с ними встретился муфтий республики шейх Ахмад Афанди. Он поздравил их с победой и озвучил надежду, что Дагестан в скором времени будет ассоциироваться не только с именитыми спортсменами, но и с выдающимися учеными. Я думаю, вот это то, что вы сейчас заняли, это первые шаги, которые мы делаем в этом направлении. И надеюсь, нам долго не придется ждать. В скором времени, иншаллах, по всему миру. Сейчас мы в России принимаем участие, а в последующем, иншаллах, в других странах тоже будем принимать участие. По окончании учебы ребята намерены поступить в аспирантуру и продолжить углубленное изучение арабского языка и исламских наук. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.